Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в субботние мини-игры вместе с Эдисоном, и сегодня мы опять играем вместе с Костей. Всем привет. Да, мы уже с ним играли один раз, и вот я решил, что можно еще один раз поиграть, и мы играем в Super Paintball. Это как бы что-то наподобие обычного пейнтбола, но супер. Тут снежки не бесконечные, тут чтобы убить одного... Почему это? Ну, не бесконечные. Бесконечные. А, ну да, бесконечный, я не то хотел сказать, бесконечный. Я уже двоих, кстати, убил. Меня убили? Нет, что-то... Так. А. И, в принципе, тут и лечиться можно, вот такие бутылочки. Как, кстати? Ну, вот эти бутылочки у тебя. Так это ж бомба. Ну, и бомба, и лечиться тоже можно. Кидаешь под ноги и лечишься. И также я не знал. И воскрешать людей можно. Я думал, она убивает как-то. Нет, наоборот, она исцеляет. Все, что, нас уже забабахали? Я двоих слил, меня потом... Нет, это... А, да, нас забабахали. Меня с дрободана просто дробью. А, ну, в принципе, да, тут... Ну, в принципе, да давай тогда даже не будем выходить с этого лобби. Ну, конечно. Что-то вообще, я даже правила не успел объяснить, уже раунд закончился. Да, тут был динамичный режим такой. Что, за красную, да? Да, давай опять. Ну, в принципе, правила простые, тоже кидаешься такой фигнёй и убиваешь не с одного снежка, а с двоих снежков, можно сказать. Только очень странно, почему броня лошади вместо какого-то там оружия. Палки, ну, да, допустим. Да, да. Не знаю. И, в принципе, вот те бутылочки, которые есть, ну, их можно как бы исцелять себе, когда тебя один раз попали, например, можешь исцелиться, можешь и воскресить друга, когда его убили уже. Да. То бишь, когда видишь людей своей команды, воскрешай сразу. Понял. А можешь сразу вылечиться и воскресить, как бы, подходишь, да, к кому-то. Да, под себя. Да-да-да. Ты почему под шифтом бегаешь? Да я не бегаю, я знаю. А, ну сколько там еще осталось? 10 секунд? Я не знаю, сколько раундов можно сделать, так как считай, этот раунд одна минута была или сколько? Да, одна минута, полторы где-то так. Ну да, ну с этой еще смотря какая команда. Так, карта. Неплохая. Ну, в принципе, мне тут все какие-то карты одинаковые. Почему? Мне как-то одинаковые все. Ну, укрытие же везде должно быть. Ну да. Ну да, конская бронька, это немножко как-то непонятно, как конская бронька может стрелять эндерперлами. И назвали ее рифлом. Да. Так, чуваки, вы где? Вы где? А, еще два чувака. Я вижу. Одного убил, еще один чувак остался. Я его вижу. Убили. Ей. Отлично. Это игру. Не-не-не. Я вообще ни разу не попал. А, ну в принципе нормально. Так, что меня. А, все. Ну норм, давай еще один раунд. Я, наверное, куплю шотган. А сколько он стоит? 2000. А, ну у меня еще нет. Шотган и машинган. О, нифига себе. Машинган, это там, наверное, просто какой-то пулемет. Ну да, который стреляет. А, ну не знаю, ну... Не знаю, не написано знаю. 4 убийственных выстрела. В описании его. Хм. Ну, рифл это как бы снайпер рифл, обычный, наверное. Один раз стреляет и так. Ну, рифл это винтовка, типа, такая. Ну да. Шотган это... Ну, это понятно. Ну да, да. Дробью просто так. А, 30 секунд. Что-то меня лагает на этом сервере, не знаю у почему. У меня тоже записи особенно. Не знаю. Может сервер такой. Ты в какой команде? Я в красной. Ой-ой-ой, команда. Ну ты уже, наверное, фиг зайдешь. Да, почему? Нормально все. Там 8 и здесь 8. Даже в синий 9 теперь. Ну норм. А я почему-то думаю, что синяя выиграет. Не знаю почему. Привет. А, ну пошли. Так.
Чё-то быстрые раунды, вроде два раунда прошло только 5 минут, и это не считая того, что мы в лобби стоим там полминуты или минуту. Так что я не знаю, даже можно будет... Может, поменяем, да. Чё поменяем? Мини-игру как-то. Да не, я имею в виду, что может не 3 раунда сделаем, а где-то 4-5. Так как раунды очень быстрые. Ну я тебе говорю, меня что-то вообще так глючит на этом сервере. Шотган, у него золотая бронька лошади. Ух ты, как и чувака. Такой. Так. При мне чувачок только что своего воскресил. Угу. И я одного воскресил. Глючит. Сзади, чувак. Вы что, слепые? Сзади, чувак. Кто его убил? Не я его убил. Ух ты, сколько вас там порезалось. У Драбадана просто перезарядка такая долгая. Стреляю. Долгая? Очень? Да. Мне надо чат поменьше сделать. Вообще полэкрана заслонил. Ух ты, как я его слил, отлично. Так, сзади чуваков. Все, мы выиграли, отлично. Я последнего завалил. Фу. Ну, сейчас лобби не выходит. Все. Давай тогда еще 1-2 раунда. Да, конечно. А то что-то играли. 6 минут. Ну да. Что-то быстрое. И это мы даже лобби не паузим. Да. И лобби тут где-то по 40 секунд, нет? По 50. Тем более. Хотя если фулл сервер, то, по-моему, 30. Ну вот, 60 секунд. Да. В принципе, реально раунды что-то быстрые. Ты еще что-то играешь в какие-нибудь мини-игры, которые вышли? Именно новые? Ну да, вообще везде. На компе, на консоли, если есть. Нет консолей. Ну я недавно Assassin's Creed 4 прошел. У меня он лагает. Да. На компе? Да, на низкой графике. Вроде комп не слабый. 16 гиг оперативы, там 2 графических ядра. Ну норм. И за сколько покупал 16 гиг? Я уже не помню. Да, в принципе, на таком компе не должно лагать. Так в том-то и дело, на низком качестве всего лагает. Да. Там... Ты скачивал, да, Ассасин? Конечно. Наверное, может такая... Не знаю, фиг его знает. Может, он там с DLC был каким-то. А процессор какой? AMD Trinity. Ну, ядерный. 4. Да. Чё-то хрен его знает почему. Вот должно на максимальных летать должно. Да. Должно. Но не летает. Может, так сделали. Мы команду опять забыли выбрать. Ты в какой? Я в красный. А я в синий. Ну, я уже -1 дал. Я что-то как-то даже забыл, за какую команду. Так, чуваки, вы где? Да хорош, Ну я говорю, я прошел 4-ю ассасинку, или какая она там? Уже прошел? Да, давно уже. Ну, в принципе, не знаю, ну сюжет такой, знаешь, как бы они уже делают, наверное, только для того, чтобы рубить бабло и все. В принципе, так же, как и новый Call of Duty. Почему? Мнения расходятся, некоторым нравится. Чё? Сюжет Assassin's Creed и сама игра. Ну, в принципе, да, процесс игры... Пираты всякие. Ну да. Процесс игры прикольный, но сюжет как бы уже... Ну смотри, первые части там были, да, вот то яблоко демо. Мне третья больше всего понравилась. Третья? Ну, тоже нормальная, ну как бы... Сюжет главный был, да, это первая, вторая, там, Brotherhood и, может, еще немножко Revelation, так как бы заканчивается, знаешь, история про главных героев, там, про яблоко Эдема. Да. А тут уже, как бы, третья, четвертая, они уже, ну, можно сказать, что чуть-чуть накручивают, так как надо чем-то, знаешь, продолжить сюжет. И просто-напросто уже выдумывают, там, пиратов, английцев, американцев, типа, как Коннор или кто там был. А пятая ассасинка, знаешь, уже есть какая-то информация, типа в Японии, знаешь, вот те все самураи, типа вот это будет. Я уже, знаешь, сидел просто после пиратов, знаешь, я уже просто так думал, знаешь, ну что они еще могут там выгадать, ну хорошо, пираты были там, все, что можно было, ну что они могут еще выдумать, вот выдумали самураев, а потом 6-я ассасинка. Я думаю, там уже, наверное, Вторая мировая война, знаешь, будет там... Третья.
Нет, вторая как. А, вторая? Типа там русский против немцев, там, типа, ассасин, знаешь, убил там Гитлера или что такое. А потом я уже не знаю, что они придумают. Там Assassin's Creed там в космосе или еще где-то. Да. Ну, они просто каждый год ее клепают, не сильно Ну много нового вносят. да. А, новый Call of Duty Ghost. Бред вообще. Ну, сюжет еще более-менее можно пройти, как бы историю, но мультиплеер там, ну, что-то мне вообще не понравился. Я, знаешь, только в нее играл, потому что трейлер там с Эминем был. И все. Я только поэтому в нее немножко поиграл. Я небольшой фанат Call of Duty и Battlefield тоже. Я играл только в Battlefield 2, иранский конфликт там, по-моему. И в Call of Duty с первой по третью часть прошел, и все. Все остальные части меня как-то не устраивают. Не, ну если честно, я сначала был нереальным фанатом Call of Duty, я говорил про Battlefield, что это такое говно, что в него нереально играть. А потом, знаешь, когда мне Call of Duty уже немножко поднадоело своей однообразностью, то я уже как бы купил, решил купить себе батлу третью. И понеслось, И да? понеслось. И я тогда уже начал думать, что... Читер. Почему? В смысле? Спидхакер здесь бегает за синих. А? Ну, я когда купил себе третью батлу, то мне просто Call of Duty началось казаться, как бы, знаешь, какой-то детский мультик. Все такое детское, все такое без графона, что-то такое, ну... В принципе... Ой, опять что-то заглючит. Я думаю, давай на этом уже закончим. 5 раундов было. Ты в какой команде был? Я в красной. Я опять в синей. В принципе, реально, давай закончим. Мы Да, опять давай. играем. Ну, да, давайте закончим. В принципе, ставьте лайк. Если кто хочет играть и поиграть со мной вместе в субботние мини-игры, то оставляйте заявки в группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И всем удачи, всем пока. Всем пока.